пункте приема вторсырья на улице Германа Титова ажиотаж. Экологическая акция собрала десятки неравнодушных химчан, которые уже приобщились к культуре сортировки мусора. С самого утра здесь дежурят волонтеры, консультируют горожан, а также помогают сортировкой. У нас проводится несколько раз в месяц акции по раздельному сбору, куда любой желающий может прийти и сдать вторсырье. Притом надо понимать, что мы принимаем самые редкие фракции, то есть такие как зубные щетки, тетрапак, карточки, композитные пленки. В экопункте принимают около сотни фракций отходов. Все отсортированные отходы впоследствии направляются на переработку. Активисты помогают не только природе. Часть вырученных средств направляются на благотворительность. С момента основания проекта пункт приема посетили уже около 5000 человек. Мы привлекаем население, детей и взрослых к сбору пластиковых крышечек. Они собираются в больших-больших количествах и газелями, фурами едут на завод по переработке пластика. Там эти крышечки дробят, переплавляют и делают из них что-то полезное. А денежные средства, которые выручаются от завода за сбор такого вторсырья, таких крышечек, они идут на помощь детям-сиротам. Название проекта выбрано не случайно. «Пять правил» — это 5 основных принципов грамотного потребления, которых придерживаются активисты. Это refuse, значит, откажись, reduce — это снижай, reuse — используй повторно, recycle — перерабатывай и рот — компостируй. Эти основные принципы мы используем в повседневной жизни, мы транслируем для других людей, в том числе на эко-уроках. Волонтер Татьяна к переработке отходов отнеслась творчески. Вышивает сумки из сломанных зонтиков. Возле пункта сбора устроила выставку аксессуаров своих работ. Они непромокаемые, легкие, вот, очень крепкие, так как шовчики все. Но это стоит, это очень, конечно, трудоемкая тоже работа, так как нужно все клинышки, из которых состоит зонтик, распороть, постирать, погладить, а потом из них сшить вот такие вот сумочки. Правильная утилизация отходов приносит пользу и жителям. За сданную тару в экопункте начисляются баллы, которые можно будет потратить в магазинах здорового питания. Но многие приходят просто из чувства долга. Я сюда приезжаю, потому что я считаю, что это ответственность каждого гражданина за свой мусор. Не надо перекладывать эту ответственность на государство, и надо начинать в первую очередь с себя. В планах у организаторов проекта открыть культурно-экологический центр, в котором можно было бы проводить лекции, уроки и мастер-классы. Судя по тому, с какой скоростью все больше жителей присоединяются к экологическим акциям, это может произойти уже совсем скоро. Кирилл Петухов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.